Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на технику, которую выставляют на продажу. Поэтому, если хотите все не пропускать и быть в курсе новостей магазина, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а на продаже появился набор из двух семерок. Сегодня среда, и я, честно говоря, ожидал, что разработчики выкинут какие-нибудь восьмерочки на продажу или восьмерку с семеркой в составе одного набора. Но нет, разработчики положили две семерки за 6500 голды. И я бы не сказал, что это набор, который действительно прям сильно крутой. 6500 вроде бы и немного, но это две семерки. Кунзе Панзер — это легкий танк, который подойдет далеко не каждому танкисту, и АТ-15А, который действительно круто играет от своей брони и имеет неплохое орудие, но крайне нудный в отыгрывании. Есть легендарный внешний вид на Кунзе Панзера, ну а в отношении АТ-15А его внешним видом обделили. Хотя мне кажется, что могли бы здесь для красоты хоть какой-нибудь внешний вид положить, уже было бы лучше. Есть иксы в количестве 20 штук на каждую из этих машин, но я не могу сказать, что вы на этих тачках действительно очень круто поднимете элитный опыт экипажа или прокачаете свои копилки. Зайца даже оценивать не буду, открытое все оборудование, ну пускай 2,5 миллионов серебром в виде экономии, если вы купите себе эти тачки в голом состоянии, соответственно, копилку серебряную растрачивать на это не будете. В отношении покупки по отдельности, Кунзе Панзер я оцениваю, ну, максимум в 3500 голды, просто потому что это семерка, и то далеко не самая крутая и не самая клевая. Ну а если говорить про АТ-15А, то 3500, мне кажется, ПТХ все-таки не стоит, и объективная цена 1003, опять-таки потому что это семерка. Таким образом получается, что по объективным нормальным ценам все равно выходит 6,5, что в лоб, что по лбу, и в таком случае да, действительно, если уже и покупать, то, наверное, покупать в составе набора. У меня, допустим, АТ-15А на моем основном аккаунте нет, Кунзе Панзера когда получил где-то в каком-то игровом событии, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и, честно говоря, за 3500 АТ-ху покупать себе не вижу никакого смысла, хотя танки по чуть-чуть добавляются в ангар, чисто в коллекцию, пускай даже пылью припадая. Могу сказать следующее. По Кунзе Панзеру сложный выбор, по АТ гораздо проще. Давайте начинать с АТ, а в следующем видео выкачу Кунзе Панзера для того, чтобы показать, на что он способен в реальном рандоме. По АТ-15 сейчас посмотрим, на что он реально способен, но сначала заценим технические характеристики. Здесь у нас орудие с довольно интересными показателями. Несмотря на то, что скорострельность просто бешеная, 3,58, то есть 3,5 секунды перезарядка между снарядами, это реально пулемет, это факт. 171 пробитие больше, чем достаточно для того, чтобы пробивать. Да, против восьмерок играется очень сложно, но против семерок, а уж тем более шестерок, вы просто имба-имбовая. И урон довольно классный, 200 единиц, что суммарно дает целых 3350 единиц ДПМа, который действительно реализуем на своем уровне. И ДПМ, ну, просто таки зашкаливающий. Ну, многих десяток такого ДПМа нет. Плюс к тому, стоит отметить, в край интересный угол склонения орудия вниз. Целых минус 10. И отыгрывать от неровностей на данной ПТХе, на удивление, действительно крайне приятно. А вот время сведения меня смущает. Время сведения составляет 3,7, с учетом того, что в оборудовании 2 слота посвящено улучшению данного показателя. И время сведения больше, нежели время перезарядки. И от этого крайне дискомфортно в боях. При этом всем имеем приятный разброс в 0,293, что меньше 0,3, а это уже приближенное к божественному. Ладно, поговорили, берем АТ-ху и поехали посмотрим, на что она реально способна. Ну что, друзья, погнали! Хотя термин «погнали», наверное, не сильно применим, когда ты играешь на АТ-15А. Давайте я просто буду ее АТ-шкой называть, для того, чтобы не было произношения слишком долгим. АТ-шка, типичная АТ-шка. Да, круто забронированная, да, крайне скорострельная и точная, немного уронная, но в то же время капец. Просто капец, какая скучная в отношении передвижения по карте. Короче говоря, пока там мои ребята-союзники уже потихоньку схлестнулись с Василиском, пока они там перестреливаются, я все продолжаю свое триумфальное движение. Именно поэтому АТ-15 мне абсолютно не нравится. Я, честно говоря, даже сейчас голову подпер рукой правой и за мышку даже не держусь, потому что не вижу в этом никакого смысла. Ну, буду я за нее держаться, что это меняет. Буду просто смотреть, где что на карте происходит, при этом всем не имея возможности туда нормально добраться и чем-то ребятам помочь. Целых 20 км в час скорость движения.
движение. Это максимум, до которого можно ее раскочегарить. Не знаю, может, если ее, конечно, с горы начать с какой-то спускать, то она пойдет немножко бодрее, но по ровной площадке больше 20 раскрутить ее точно не получится. Что на данный момент я имею? Я сейчас имею счет 5-0 в пользу нашей команды. Слава богу, спасибо большое, ребята, союзники, за то, что вы так бодро начали данный бой и просто обескураживающе. Обескураживающе его заканчиваете. Скорее всего, счет будет у нас 7-1, да, сейчас доберут-то последнего, как ни крути. А я все продолжаю ехать, и за это время я не сделал вообще ничего. Просто ничего. Я даже в засвет ни разу не попал. Не знаю, есть ли в игре какая-то медаль для тех, кто за бой ни разу в засвете не был, но если такая медаль есть в победных боях, то я ее сейчас должен однозначно получить. Сейчас, правда, поеду чисто из принципа, кину в ИСа второго, и, возможно, моя медаль накроется медным тазом. Но, может так лучше будет. Может, хотя бы не с нулем урона выйду. Нет, ребят, скорее всего, не успеваем. Скорее всего, не успеваем мы приехать на Сабантуй, и все. Вот так вот бой мой прошел, 7-1. Как вам? Классная победа. Интересно, сколько я сейчас получу? А главное, за что? И, в принципе... А зачем оно мне надо было? Я даже не знаю, какой из этих вопросов является более правильным. Не знаю. Если бы команда соперников, возможно, ко мне быстрее приехала, нежели я к ним, я бы еще что-то попытался сделать. Но по факту, как видите, ничего не получается. Кто-то скажет, что ГСН, ты гонишь, надо было этот бой вырезать и даже не показывать это позорище. Но, ребят, я показываю танки такими, какие они есть на самом деле. И ни от кого ничего не скрываю. И этот бой тоже выбрасывать не собираюсь. Просто потому, что снимаю все с первого дубля и никогда не занимаюсь нарезками. Вот так вот, ребят, победа заслуженная. Я нахожусь на первом месте в своей команде. Правда, нахожусь на первом месте с конца. В любом случае, сейчас хочу похвалить наших союзников за то, что они просто очень круто отыграли и выгрызли эту победу на максимально большой скорости. Ну и, соответственно, хочу похвалить трех лучших в команде соперников за то, что они составили компанию в этом бою, хоть мы с ними нос в нос-то и не встречались. Ладно, берем машину и поехали. Еще раз попробуем. Итак, ребят, поехали еще раз. Попытаемся совершить что-то более грандиозное, нежели в предыдущей катке. Едем сейчас на направлении тяжелых танков. Попытаемся здесь немножко поиграть. Тут-то я точно кого-то встречу, я в этом уверен. Ну и, соответственно, попытаюсь показать все прелести, ну а также негативы данной ПТ-хи. По слабым зонам, в принципе, все как обычно, все в пределах типичной АТ-шки. Единственное, что стоит отметить, что забронирована АТ-шка действительно очень круто, и для своего 7-го левела она его даже превосходит. То есть, по большому счету, она забронирована не для 7-го, а я бы сказал, приближена к 8-му уровню. И это действительно чувствуется в боях. Ну, правда, опять-таки, когда ты встретишь своего соперника, который, возможно, по тебе успеет еще и выстрелить, если его до этого союзники твои не доберут. Так, кто, где, как. Сейчас попытаюсь посмотреть на Хеллкета. Получится, нет, не знаю. Целимся. Ушел из засвета. Класс. Просто супер. Да уж, действительно. И опять двоих соперников уже нет. В то же время одного нашего приговорили. Где его успели, беднягу, выцепить? Я не совсем понял. А, поехал вместе со всеми средним и легким. Ну и, соответственно, пал смертью храбрых там. Жаль. Ладно. Топчем землю дальше. Продвигаемся по карте. Не посмотрел сейчас с горки, когда спускался, с какой скоростью я это делал. Хотя интересно было бы. Время сведения. Как вы видите... Я сейчас перезарядился, а орудие, в принципе, можно сказать, свелось. Короче говоря, вот эти два показателя по времени сведения и по перезарядке, они сходятся друг к другу один в один. Но все-таки, с учетом времени по перезарядке, время сведения кажется довольно-таки долговатым. Как ты шьешь меня, я понять не могу. Кепочка, да? Кепочка. Ну, я же говорю, что стандартное бронирование АТ-шки со стандартными слабыми зонами. Сердца у тебя нет. СМВ, у тебя просто нет сердца. Реально. Взял, подъехал, подпер меня сзади, понимая, что у меня нет, в отличие от него, рубки, и я ничего не могу нормально зарешать.
Ну, подстава. Честно говоря, подстава. Так, ну, может, доберу сейчас. СМВ, спасибо тебе большое. Господи, как же я рад все-таки, что я попал в один бой именно с тобой. И ты находишься рядом со мной, прикрываешь меня и всячески способствуешь моему продвижению вперед. Просто безумно. Просто безумно классно получается. У меня и так не получается, блин, до красных доехать для того, чтобы выстрелить в них. Так еще и ты под ногами мечешься постоянно. Так, нагло жму вперед уже для того, чтобы хоть как-то пострелять хоть в кого-то. СМВ, вали нафиг. Вот редко это говорю, блин, но в данном бою прям вырывается это из меня. Дай пострелять хоть в кого-нибудь. Стой. Есть пробитие, есть... Нет, нет добирания. Опять-таки сработал хорошо СМВ. Спасибо тебе большое. Ну ладно, здесь претензия уже такая, больше притянутая за уши, потому что в конце концов танкист сделал правильно, как только перезарядился, сразу добрал товарища. Ну, по факту, по этой ситуации претензий быть не может. Ну и как его теперь искать, блин? Каким образом? Иди в баню. Вот так вот я тебе отвечу. Я на тебя очень сильно обижен. А еще обижен на АТ за то, сколько драйва она предлагает в этом бою мне. Hellcat. Далеко не самый нудный по подвижности товарищ. Он отлетает в ангар, и вот она, еще одна победа. Вообще, по АТ-15, на удивление, процент по победам действительно очень большой. То есть, если посмотреть на статистику танка в целом по серверам, то АТ-15 далеко не пасет задних в отношении процента по победам. Там далеко за 54%. Но при этом всем я не понимаю, каким образом эти победы берутся. За 1000 единиц урона, за один уничтоженный фраг, за один сделанный фраг, точнее, за одного уничтоженного соперника, получаю знак классности 3-й степени. В отношении своей команды по количеству нанесенного урона, вау, 3-е место, опять-таки с конца, но уже хотя бы не первое оттуда же. Не знаю, ребят, для меня АТ-15 это такая, знаете, типичная загадка. Обалденные характеристики, которые полностью нивелируются ужасной подвижностью и просто до безобразия нудным геймплеем. Если вы со мной не согласны, если вы считаете, что АТ-15 все-таки годная, классная ПТ-ха, которую стоит себе приобрести, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я не против того, чтобы оспаривали мое мнение. В конце концов, я не киберкотлета и далеко не самый грандиозный танкист в этой игре. Я просто высказываю свое субъективное мнение, ну и показываю танки, какими они есть на самом деле, руками среднестатистического игрока. Пошел снимать следующий обзорчик в таком же роде, но, возможно, с другими немножко отзывами, по Кунзепу. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.